Привет! Мы ехали в Регенсбург на этом поезде. Мы ехали 1:20, проехали 120 километров. Да, еще вчера мы собирались в Аугсбург, но резко передумали, потому что байер-тикет не действует на Аугсбург. И приехали в Регенсбург. Сейчас идем прямо. Вау, какая красота! Алло! Я такие домики обожаю. Вот это да! Вау, очень похоже, как в Праге, собор Святого Вита. Так, я не знаю, я зашла в какой-то дворик, тут вот так вот красиво. Такие ступенечки. Вино. Тут вот во дворике можно кофе пить. Очень красиво. Руслан куда-то ушел, я не знаю, куда он ушел. А там уже красивый собор. Мы сейчас завтракаем в очень красивом месте. Кафе Хаус. Хойпорт. Хойпорт. Тут очень красиво, здесь как будто в средневековом замке находишься. Тут очень красиво, такие окна, лестницы. На этом вагончике можно поехать в сити-тур, но мы на нем не поедем. Мы решили все пешком смотреть. Город небольшой. Чего, не поедем? Мы все-таки решили поехать на этом паровозике по городу. Die Überreste zweier Kaiserpfalzen aus dem 9. Jahrhundert sowie die zahlreichen gut erhaltenen historischen Gebäude legen Zeugnis ab vom einstigen Reichtum und der politischen. Regensburg, такой красивый город. Только что были на экскурсии в этом вагончике, ездили супер, как будто в сказке какой-то находишься. Какие-то булочки маленькие, такие домики цветные. Вот мы сейчас будем идти к реке, река Дунай, а там самый старый мост в Европе. Это знаменитое место, здесь всего одно блюдо, 6, 8, 12 сосисок с кислой капустой подают. Оно прямо на реке, ему очень-очень много лет, очень много. Вот люди Боят кушают. Их, показывают им город. И вот этот мост, который сейчас очень некрасивый, он на самом деле самый старинный мост в Европе. Мы сейчас идем по каменному мосту. Это первый каменный мост. До этого мосты строили только из дерева. И во время второго и третьего крестовых похода здесь этот мост пересекали крестовые. На велосипедах по мосту едут. Там другой рейд. Здесь другой берег города уже. Это Дунай.
Кафе называется Штруделяй. Тут штрудели продают. Штруделяй. Ты куда? Ты куда? Я куда? Не знаю. Тут так красиво везде. Куда не пойдешь. Вот это я понимаю дом. Вот это балкон. Какая узенькая улица. А это еще уже улица. Вот и все, мы возвращаемся домой в Мюнхен. Мы гуляли по реке 5 часов. Это очень красивый город. Обязательно еще сюда приедем летом, потому что мы очень замерзли сейчас.